Всем привет. Вчера оставил вас без видео, но вот сегодня решил снять. Все-таки добрались мы до топливо подогревателя ночмы, потому что несколько раз сливал воду с топливного бака, и она все идет. Уже надоело, аж бесит. Все-таки решили мы снять топливо подогреватель. Хотя вот отдали трубы, обрезали вот канистрочку. И вроде бы здесь воды нету. Непонятно. Ну, в общем, сейчас будем его снимать. Повезем на прессовку. Надо что-то делать. Бесконечно сливать воду тоже уже надоело. Ну вот, мы его сняли уже. Сейчас быстренько разберем. И поедем в другой цех на прессовку. Проверим, чтобы больше не гадать, откуда эта вода. Разборка на время. На время, значит, надо швырять все гайки, болты в сторону. Хотел вам свой ножик показать. Можно прокладки чистить. Не знаю, сантиметров 40, наверное. Можно свиней колоть. Кого хочешь. Пару штук сразу можно пригвоздить. А это у нас кто тут? Что это такое? Это ничего. А чем мы занимаемся? Ты корреспондент? Да. Комсомольской правды. А это у нас такой пневмоучасточек. Вот здесь ремонтируется, настраивается пневмоаппаратура. Кровомеханисты и так далее. Все тормозное оборудование. Вот такой небольшой участочек. Это так, попутное видео. Ну вот у нас теплообменник стоит, вернее топливоподогреватель, под давлением. И никакой воды. Все продуто, промыто. Никакой водички нет. Ну, даже если ее нет, все равно мы теперь знаем, что топливо подогревателя здесь ни при чем. Значит, мои догадки были верны, которые скоро озвучу. Пускай стоит часик еще. После обеда мы его соберем, будем ставить. Ну вот, заодно хотел показать нашу машину моечную. Она, правда, такая снаружи уже грязненькая, но детали моет исправно. Крышки почищены, старые прокладки, сейчас напарник делает новые. Так, это громко происходит, пробойнички для этих целей. Вот такой процесс. Так, у нас в верстаке хранится крепеж. Все по ячейкам. Все аккуратненько. Вот у нас идет сборочка вовсю. Подогреватель у нас готов, можно устанавливать.
все аккуратненько. Промыт, прочищен, прокладочки новые. Устанавливать будем понедельник, потому что сейчас у нас придет ТЭП с линии, надо быстренько сделать ему ТО. Ну, если будет интересно, в понедельник продолжим. Всем пока! Небольшое продолжение к видео, хотя я уже попрощался. Дело в том, что подогреватель мы уже сегодня поставили, решили не ждать до понедельника. Хочу всех поздравить с наступающим старым Новым годом, всех поздравить с праздником, с прошедшим Рождеством. Всем всего хорошего. Ну вот теперь пока.